Париж, Париж, нищий Париж, ты всегда бываешь побежденным. Тебя все почитают, но ты всегда обманут. Я не понимаю, почему богатых никогда нет, когда нужно сражаться, но они всегда возвращаются, когда нужно праздновать. Париж, Париж, нищий Париж, ты всегда бываешь побежденным. Тебя все почитают, но ты всегда обманут. Toujours revenu, dès qu'il faut trinquer, toujours revenu, dès qu'il faut trinquer. Paris, Paris, Paris misère, c'est toujours toi qui es vaincu. Хлеба, хлеба! Возьмем хлеба для наших детей сами, мы хотим есть. Наши дети голодают, а спекулянты наживаются на зерне. Хлеба! Убирайтесь и дайте нам есть! Моя дорогая, моя бедная, наконец-то. Если бы вы знали, сколько я плакала. Я уже не надеялась увидеть эту хорошенькую головку. Вы принесли с собой хлеб? Это сейчас у нас очень ценится, но право все же не стоило. Кстати, я не написала вам одной маленькой вещи. Гош здесь. Он по вас с ума сходит. Он сам вам это рассказывал? Вы называете это рассказывать, но он не рассказывает, он рычит. Он не любит, он умирает от любви. Но так как он человек здоровый, умереть ему все никак не удается. И все уже устали слушать про его несчастную любовь. В общем, он здесь. Дорогая Роза, ну наконец-то мы встретились. О боже, как вы прекрасны. По вам не скажешь, что вы провели 4 месяца в тюрьме. Как вы? Голова кружится от всего этого. Дайте на вас посмотреть. Вы великолепны. Но на нас все смотрят. И что в этом такого? Мы ведь этого, черт возьми, заслуживаем. Идемте, нас ждут. Пусть подождут. Разве я не ждал вас все это время? И я снова потеряю вас. Вы уже уезжаете? На запад, Шербур. Меня назначили командовать там армией. Мои поздравления. И когда мне придется вынуть мой носовой платок? Через 5 дней. Как же вы похолодели. Ну разве это моя вина? Вы забыли, что я солдат? Я была замужем за солдатом. Значит, вы знаете, какая у нас жизнь. Если вы сейчас же не придете, гости обидятся. Рос, идите, я вас всем представлю. У нас есть еще целых 5 дней. Но это так много. Что же мы будем с ними делать? Встречайте ее, мадам де Багарне, возвращенная нам Термидором. Дорогая, вы заставили меня изрядно помучиться. Прекрасная пленница, я вам всех здесь представлю. Месье де Сантер. Вы с ним, наверное, встречались в кармской тюрьме? Рада вас видеть, мой друг. Я уверена, вы мне поможете. Помните, в тюрьме вы мне сказали, что если с вами встретимся на свободе, вы поможете мне деньгами. Причем поможете, как друг помогает своей подруге. Беру всех присутствующих свидетелей нашим словам. Я всегда держу свои обещания. Что с вами, милочка? Вы так дрожите? Я сейчас борюсь за себя и за своих детей. Я не могу проиграть. Вы позволите дать вам совет? Конечно. Не рассчитывайте в этой борьбе на де Сантера. Пока он был в тюрьме, жена его разорила и бросила одного с 3 детьми. Благодарю.
Я отвезу вас после в Париж к вам, а сам отправлюсь к себе. Надеюсь, это правда. Нет. Что с вами, любовь моя? Вам плохо? Нет, наоборот, это было чудесно. Тогда к чему эти слезы? Вы жестокий, я вас ненавижу. Я жестокий? Я весь трепещу рядом с вами. Зачем вам было будить во мне страсть? Вы уйдете, оставив меня еще более несчастной. Оставите меня как обыкновенную девку. Но я вернусь к вам, любовь моя. Зачем вам нужно это западное побережье? Почему вы не можете для счастья довольствоваться мной? И что со мной будет, когда вы уедете? Вы будете мне писать? Как? На бумаге, как все. Вы не хотите меня понимать. Вы хотите заставить меня признаться в моих затруднениях? Хотите, чтобы я краснела? Вот я уже покраснела. Но вам это очень идет. Сколько вам нужно? 1000 луидоров. Что, вы довольны? Я вижу, довольны. Мужчины соблазняют, а потом покидают, откупившись небольшой суммой. Небольшой? Однако. Но вы уходите, и я буду думать о вас, пока вы не вернетесь. На что же вы надеялись? Что я женюсь на вас с утра? А что этому мешает? Иногда самые безумные мечты сбываются. Я бы с радостью это сделал, но не могу. Но почему? Мораль запрещает мне быть двоеженцем. Вы женаты? Ее зовут Аделаида. Ей 17 лет. Я люблю ее. А теперь мы будем жить, жить. Роза, дорогая. Он просто чудовище. Быть женатым и ничего мне не сказать? Так обойтись с одинокой женщиной? О ком это вы? О Гоше. Он женат на какой-то Аделаиде, которая живет в Меце. Боже, Аделаида, вот это имечко. Так заставьте его развестись и жениться на вас. Представьте себе, этот человек любит свою жену. Какое средневековье. Не печальтесь, к нам идет маркиз де Калинкур. Он от вас без ума. Они тут все решительно сумасшедшие. А я бы предпочла хотя бы одного здравомыслящего. Вот это сувенир. Забудем все это, как дурной сон. Вы сегодня такая красивая. Тюрьма совсем на вас не отразилась. Только внешне. Thank you.
Вы не танцуете, мадам? Я только что пришла, жду кавалера. Он перед вами. Правда, не первой молодости, как видите. Не будем об этом. Этот танец вызывает у меня слишком тяжелые воспоминания. Давайте лучше сядем и побеседуем. Да, здесь куда удобнее. Мадам, я не могу думать ни о чем, кроме вас. Я потерял покой и сон. Вы мне сейчас причиняете боль. О, простите, я меньше всего хотел вас расстроить. Я люблю вас, у меня нет особых заслуг, я уже не молод. Зачем всегда говорить о своем возрасте? Сердце не знает возраста. А разве только мое, которое старо, как этот мир? Но достаточно одного искреннего слова или жеста, и ваше сердце возродится. По-другому не может быть, я ведь так люблю вас. Если вы меня любите, то проявите немного терпения. Не будем об этом больше говорить. Маркиз, вы знаете, что я креолка, поэтому очень суеверна. Чем больше говоришь о любви, тем больше ее спугиваешь. Поэтому терпение и молчание. Ах, моя бедная спина. Милочка, вы уже разбили ему сердце? Пока нет. Скажите, друг мой, меня давно мучает этот вопрос. Существует ли маркиза де Калинкур? Увы, да. Старушка тихо живет в провинции. Он ее любит? Хуже, он ее безумно уважает. Все мужчины достойны презрения. Не все и не всегда. Генерал, вы пригласите меня на танец? Вы скоро уезжаете, генерал? Завтра. Я любила вас, генерал. Буду скучать по вам. Я тоже любил вас, Роза. Но такова жизнь. Я оставил обещанную сумму мадам де Крени вместе с рекомендательной запиской для Тальена. Он поможет вам вернуть ваше имущество. Вы познакомитесь с его женой. Она теперь очень влиятельная персона. Генерал, расставаться вы не умеете, но бросаете просто потрясающе. Накройте меня вот так. Ах, я озябла. Столько забот, брак, этот дом, а теперь еще и ребенок. Я действительно умираю от усталости. Вы даже не знаете, как вы великолепны. Замолчите, вы мне льстите. Свет свечей льстит женщинам, но я знаю, что воспоминания о тюрьме так просто не стираются. А вы знаете, чем занимается Фуше? Не поверите, он скрывается в каких-то трущобах. И с кем? С якобинцем Гракхом и Бабефом. Гракх. Вот это имечко, согласитесь. Гракх. Эти люди хотят продолжения революции. Им все еще мало крови. Правые и роялисты вызывают не меньшее беспокойство. Вы слышали, что вчера золотая молодежь сожгла чучело якобинца, чтобы отметить день рождения Луи Капета? Я знаю об этом. Мы будем продвигаться между двумя угрозами. На нашей стороне закон. И патриотизм. Патриотизм, конечно. Месье, там какая-то дама желает вас видеть. Кто? Уж не новая ли Шарлотта Карде? Некая мадам де Багарне по рекомендации генерала Гоша. Вот письмо от него. Извините, господа. Роза, вот и вы. Смотрите, весь Париж здесь. Я уже забеспокоился, вы все не появлялись. У меня были тяжелые времена, но это в прошлом. Прекрасно. Несчастье вас только украсило. Пойдемте, я представлю вас моей супруге. Она просто горит желанием с вами познакомиться. Знаете, какова анаграмма французской революции? Франция хочет короля.
Да, она ждет Луи 17-го. Тереза, дорогая, позвольте вам представить, Роза де Бугарне. Очень рада. Оставляю вас. Уверен, вы найдете тему для разговора. Да, это правда. Дорогая, садитесь, мы побеседуем. Мы так похожи, столько выстрадали за это время. Тальяна вас немного рассказывал. И Гош тоже. Я была потрясена, как будто моя собственная история. Еще до встречи с вами я знала, что нам суждено стать подругами. Благодарю вас за такой прием. Сама давно хотела с вами познакомиться. Вы много выстрадали? Мой муж умер, меня саму от гильотины спасло чудо. Я осталась одна с двумя детьми. Свобода мне досталась горьковатым привкусом. Но все уже позади. Как поживают ваши дети? Генерал Гош забрал моего сына с собой в армию на запад, как младшего адъютанта. А Гортензия сейчас в пансионе, мадам Кампан. Значит, вы спокойны? За их судьбу, да? Тогда что вас беспокоит? Мне до сих пор не вернули мое имущество. Считайте, что это уже сделано. Я сегодня же об этом поговорю с Барасом. У нас с Тальяном была та же проблема. Мы жили только на его жалование, представляете? Зато теперь мы можем себе позволить все это. Кто может вас в этом упрекнуть? Просто мне повезло. Представьте себе, что эта моя маленькая ручка вложила в руку Тальена кинжал, сразивший Робеспьера. Тальен по натуре слаб. Это я свергла тирана. Робеспьер был настолько утомителен со своей добродетелью. Я ненавижу две вещи — бедность и добродетель. Я люблю жизнь. А вы? Я ее обожаю. Тогда поторопитесь, пока вы молоды, но еще совсем немного, и будет поздно. Вы не обижены на меня за эти слова? Вовсе нет. Когда мне кто-то нравится, я становлюсь прямой и открытой. Я восхищаюсь вашей искренностью. Мы быстро стареем душой из-за мужчин, со всеми этими войнами и переворотами. Я выступаю за революцию чувств. А вот и Барас. Он быстро уладит ваше дело, но при условии, что вы будете обворожительной. Идите, дорогой Поль, я вас поцелую. Я получила от вас вуаль утром. Она была просто потрясающая. Стараюсь изо всех сил быть достойным вас. Льстец. И он еще удивляется, что у него нет отбоя от женщин. Вы умеете с ними говорить. Простите, я не встаю в моем-то положении. Мы, женщины, такие бедные. Неужели никто так и не придумает другого способа заводить детей? Познакомьтесь, мадам вдова де Багарне. Я знал вашего мужа, мадам. Это был достойный человек. Мне известно о несчастьях его супруги. Они скоро закончатся, ведь я теперь нахожусь в кругу друзей. А известно ли вам, что ее имущество до сих пор опечатано? И это спустя 4 месяца после ее освобождения. Мой дорогой Поль, сделайте же ради меня так, чтобы наша Роза смогла вести жизнь, достойную имени, которое она носит. Вас зовут Роза? Роза Жозефина. Роза Жозефина с Мартиники. Прелестно. Не забывайте подчеркивать, что вы креолка. Это сейчас в моде. Париж обожает экзотику. Будьте же экзотичной. Ma
Вы пожираете ее глазами, как волк ягненка. Я хочу ее. Устрой мне все. Но, мой друг, это честная женщина. Ни одна из ваших шлюх. Найдите какую-нибудь уловку. Я на вас рассчитываю. Дорогая, вы божественно поете. Вы похитили только что все принадлежащие мне сердца. Идемте, мне нужно с вами поговорить. Боже, как я устала. Когда уже придут роды? Знаете ли вы, что вы сделали сегодня много зла? И я теперь должна возместить нанесенный ущерб, чтобы не потерять дружбу, которой я дорожу. Я? Зло? Бросьте. Неужто вы сами не знаете? Ваши глаза могут погубить даже святого отца. Что уж говорить о Барасе. Поль Барас? Да, он. Соблазнительно. Напишите ему завтра, и он прибежит к вам. Пригласить его ко мне? Нет, это невозможно, у меня слишком бедно. Это как раз то, что нужно. Его жалость вам только пригодится. Но, внимание, не дайте увлечь вас страсти. Будьте уверены, я смогу удержаться. Думайте прежде всего о ваших интересах. Попробуйте добиться от него согласия на посредничество в военных поставках. Сейчас это много приносит. Нам, женщинам, нужны средства, чтобы вести достойную жизнь. И вправду. Вы напишите ему? Конечно. Держите ставки высоко. Мужчины так любят, когда им сопротивляется, чтобы в конце концов уступить. Мадам де Керни, прошу вас. Да-да. Прошу вас, возьмите фиакр, отвезите это письмо по написанному здесь адресу и передайте лично в руки месье Полю Барасу. Уже бегу, вы ждете ответа? Я на него надеюсь. О, нет. Вступайте с письмом с черного входа, я сама открою. Простите, что позволил себе визит без предупреждения. То, что я хочу вам сказать, требует смелости. Я могу войти? Ну, конечно же, прошу вас. К сожалению, только я не смогу предложить вам остаться надолго. Вы кого-то ждете? Да, я ожидаю один визит. Друга? Что мне вам ответить? Действительно, я ожидаю друга, которому у меня есть дело. Хорошо. Садитесь, прошу вас. Я предпочитаю сказать то, что собирался стоя. Я вас слушаю. Это не так просто. В моем возрасте я боюсь показаться смешным. О, простите, мадам, я опять говорю о моем возрасте. А еще на лестнице клялся не упоминать о нем. Мадам, я не могу говорить о ваших чувствах ко мне. Но, по крайней мере, я могу говорить о моих к вам. Они вам хорошо известны. Я к вам испытываю дружбу. Вы полюбите меня. Я уже люблю вас как друга. Боже мой, а я просто люблю вас. И этого достаточно, чтобы страдать. О, простите. Простите, мадам, сам не знаю, что на меня нашло. Какое-то затмение. Никогда раньше в жизни я не испытывал чувства настолько сильного и всепоглощающего. Это настигло меня, как удар грома. Я вел тихую и спокойную жизнь, и вот я не могу пить и есть. Я умираю, мадам.
и умираю из-за вас. Месье де Калинкур, вы выйдете за меня замуж. Вы развелись бы из-за меня? Да, мне придется это сделать. Обществу придется это принять. Но ваша жена будет страдать, она этого не заслуживает. Нет, действительно, это тихая и скромная женщина. Я люблю ее и люблю вас. Почему нужно всегда выбирать, отказываться, жертвовать, страдать самому и заставлять страдать другого? Ведь все так просто. Нужно любить и быть любимым. Я люблю вас. Бог мой, вы говорите о вашем возрасте, а рассуждаете как мальчишка. Да, потому что любовь омолаживает, даже если приносит страдания. Теперь, мне кажется, я должен вас покинуть. И если вы позволите, я приду позже, чтобы узнать ваш ответ. Месье де Калинкур, я вас бесконечно ценю. Я никогда не забуду, что вы... Продолжайте. Что вы не предложили мне роль любовницы. Вы необыкновенный человек. Вы действительно не хотите стать моей женой? Нет. Я вас недостойна. Оставьте это здесь. Если будет нужно, я вас позову. Хорошо, мадам. Мне сказали, мадам, что вам не здоровится. Но вы так великолепно выглядели тем вечером. Я не подумал бы, что найду вас в таком печальном состоянии. Спасибо, что нашли время меня навестить. При том, что вы так загружены государственными делами. Я вам бесконечно признательна. О, эта маленькая очаровательная ручка просто горит. Она дрожит, как осиновый лист. Послушайте сами пульс. Я сильно больна. По правде говоря, я ничего не чувствую. Нет, нет, не здесь. Послушайте мое сердце, как оно стучит. Теперь все ясно. Вы простудились. Эта мода прелестна, но настолько же сумасбродна. Я возвращалась домой пешком. Стоит такой сильный мороз, и так как у меня нет фиакра, мне приходится его нанимать. Лошадь не захотела идти дальше, и я была вынуждена добираться до дома, трясясь от холода. Вы не соблаговолите убрать вашу голову? Считайте, что теперь у вас есть и карета, и лошадь. Но даже с ними я не смогу выходить в свет без подобающего туалета. Он будет уже завтра. Но мне кажется, это немного слишком. Друг мой, меня лихорадит. Да, и меня тоже. О, нет, прошу вас. Желаете, чтобы я ушел? Вам придется. Но мне так не хочется. Вы пользуетесь моей слабостью. Так быстро. Это слишком быстро. Мужчины любят, когда им сопротивляются. Я ведь вас об этом предупреждала. Но я получила все, что хотела. Сколько ошибок сразу. Готова поспорить, что вы влюбились в него. Ни на одно мгновение. Значит, вы все же остались разумной. Вы сердитесь? Я очень расстроена. Но я вас прощаю. Он, значит, все дал вам? Да, по всем вопросам меня примет месье Фуше на улице Сантан. Фуше? Это мерзкий доносчик, которого ненавидит Тальен. С ним вам нужно быть предельно осторожной.
Это направите в Сан-Антуанское предместье, Бабев. Пусть все бедняки встают на борьбу. Используйте бедствия, вызванные этой лютой зимой. Нужно, чтобы правительство пало как можно быстрее. Все эти люди из него подтолкнули народ свергнуть короля. И вот теперь эти же подонки, Барас, Итальен и их клика готовы на все. Даже на возвращение короля, чтобы сохранить свою власть. Размножьте и распространите этот памфлет. Спасем республику. Хлеба! 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 Мы хотим хлеба! Правительство, сильное властью ему данной, никогда не согласится на падение в хаос. Да, я знаю, существуют те, кто желал бы видеть его соскользнувшим туда, чтобы потом легче его сокрушить. И это даже, если вся страна сползет в хаос. Мы говорим «да» счастью и братству. Мерзавец, довольно пустых слов. Дайте хлеба нам и нашим детям. И у вас не хватит мужества вышвырнуть отсюда этот сброд? Вышвырнем отсюда сброд. Ты не смеешь бить женщину, негодяй. Стыда у вас нет, ведь это мы дали вам власть. Как-то Тальен говорит своему врачу: «Я беспокоюсь за свое здоровье. Что-то утрами я зябну, и иногда меня тошнит кровью». Врач отвечает: «Вы шутите, месье. Когда вы выпили столько крови, что странного в том, что теперь вы ею плюетесь?» Тальен, Тальен, хватит прятаться, негодяй! Тальен, Тальен, покажись! Тебе конец. Трусы. И из-за таких, как они, мы все рисковали жизнью. Они все хотят моей смерти, но я буду защищаться. Они делают все, чтобы от меня избавиться, но мне достаточно подняться на трибуну, и, поверь мне, полетят их же головы в корзину. Соберись. Пойдем к гостям, они нас ждут. Нет, не хочу никого видеть. Меня тошнит от людей. Возьми себя в руки. Меня все ненавидят. Какая тебе разница, когда у тебя есть власть? Революция давно закончена. Послушай, что говорит тебе твоя Терезия. Приближается момент вернуть на престол короля. Я уже сыграл свою роль в революции. Хватит с меня. Замолчи. Ты должен продолжать играть ту роль, которая вывела тебя в первые ряды. Разве ты сам не видишь, что революция погибла? Что якобинцы рассеяны, и только ветер развивает их пепел? Да. Я это говорил... И я это повторяю. Опасность исходит со стороны горы. Скажут, что я хочу крови, но только крови виновных. И только для возврата к свободе. Я требую ареста 62 депутатов-якобинцев. Я требую, чтобы в Париже воцарилось спокойствие. Сначала порядок, хлеб придет потом. Тальен, ты защищаешь богачей. 6 лет назад народ покрыл себя славой, штурмуя Бастилию. А теперь ты приказываешь его расстреливать. Негодяи торжествуют. Роза, что с вами? Что-то случилось? Я только что видела с Барасом. Он сообщил мне грустную новость. Маленький Людовик XVII только что скончался в Тампле. Бог мой. Я не ожидала такого несчастья. Друзья мои, король Людовик XVII умер. Теперь слово за графом Прованским. Будем его ждать.
Что стряслось? Граф Прованский объявил себя королем Людовиком XVIII. Пока все идет по плану. Слушай дальше. Он заявил, что намерен восстановить абсолютную монархию, отменить все новые свободы, вернуть украденную прежних владельцев собственность. Он клянется отомстить за цареубийство всем к нему причастным. Значит, он смотрит на революцию как на небольшое и досадное отступление. Нет, решительно, королям ничего не понять в своем народе. Если король вернется, со мной покончено. Мы пропали, пропали, пропали! Прошу тебя, держи себя в руках. Вы чем-то озабочены, друг мой? У меня от всего голова немного идет кругом. Что вы намерены делать? Удерживать равновесие. Если я склонюсь вправо, якобинцы меня сожрут. Если я склонюсь влево, роялисты меня казнят. Придется пройти между ними. Ты должна мне помочь, Роза. Но как? Я скоро тебе все объясню. А пока что будем думать только о нас. Возьмите вашу крестницу, Роза. Бог мой, как быстро идет время. Роз Термидор будет такой же красавицей, как вы. У нее ваш рот и ваши глаза. Она носит счастливое имя. Пусть оно поможет ей в жизни. Рождение этого ребенка — хорошее предзнаменование. Оно отгородило меня от мира в нужный момент. Что говорят в конвенте? Манифест короля наделал много шума. Все депутаты открыли в своей душе истинных республиканцев. Трусы. Думаю только о своей голове. Страх бросит их всех в объятия якобинцев. Однако... Что? Хоть и живешь с волками, но не вой с ними. Умерь свой пыл. Однажды монархия будет восстановлена, я в этом убеждена. Хорошо. Но нужно смотреть не в сторону Людвига XVIII. Знаете, что мне по секрету сказала Терезия? Слушаю вас, мое сердце. Она хочет, чтобы Тальен обратился к испанским бурбонам. Через своего отца, сеньора Кабарюса, она собирается пригласить испанского министра Годоя в Париж. И эту миссию она поручает Тальену? Без сомнения, чтобы не компрометировать себя. Как она могла при таких амбициях выйти замуж за такое ничтожество? На прошлой неделе я ни разу не видела у себя мадам де Сталь. Представьте, он мечтает о конституционной монархии. Эта женщина умнее всех королей сразу и сама должна была править. Вы знаете новость? Надеюсь, вы расскажете. Я только что была у Бараса. Он сказал, что эмигранты при помощи английского флота высадились в Британии. А что говорят в конвенте? Там паника, они бы сейчас отдали власть Робеспьеру, если бы тот был жив. Храни нас Бог, идемте. Какая удача, дорогая. Я вас не понимаю. Вы верный друг? А вы сомневаетесь? Дайте я вас поцелую. Эта высадка для нас неожиданная удача. Нужно, чтобы Тальен немедленно ехал туда. Он будет играть роль посредника между белыми и синими, между эмигрантами и шуанами. Но как же он туда поедет без инструкции от правительства? Вы правы. И в этом вы должны мне помочь. Попросите Бараса убедить депутатов послать туда Тальена. То доверие, которое он внушает, и его политический вес будут играть в его пользу. И однажды, быть может, та рука, которая убила Робеспьера, приведет на престол нашего будущего короля. Тальен на это не согласится? Ему придется. И к тому же нашей паре давно нужен новый медовый месяц.
Тальен выехал в Британию. А там его ждет неожиданный сюрприз. Что случилось? Англичане оставили мигрантов на побережье одних. Когда они узнали, что Гош уже подавил восстание шуанов, они попросту убрались домой, бросив практически безоружных роялистов на пустынном пляже. Тальену придется играть на деле очень жестокую роль. Боже, если он их не спасет, Терезия ему никогда этого не простит. Завтра вы пойдете к Фуше. Расскажите ему о нашем деле. Не бойтесь, дорогая Росс. И верьте мне. Мое доверие слепо, как любовь. Хорошо. Вы скажете Фуше, что Тальен сам вызвался для этой миссии. Со всеми последствиями, которые она за собой влечет. Пусть он распорядится этой информацией по своему усмотрению. Скажите ему, что теперь я готов замять дело этого его банкира. Жерло, кажется. Скажите ему также, что я буду очень доволен, если он уступит свою часть сделки в поставках для армии вам. Я это оценю. Вы ведь должны принимать в салоне, достойном вас. Золото вам так к лицу. Блистайте же. Простите, что вторгаюсь без предупреждения. Говорите, месье, здесь только мои друзья. Мадам, в конвенте ходит слух, что ваш муж имеет дипломатические отношения с Испанией с целью восстановления монархии бурбонов. Что еще говорят? Что ваш муж выехал в Британию, чтобы облегчить возвращение во Францию аристократов Людовика XVIII или другого претендента. Боже, боже. Нужно предупредить Тальена. Попросите Руже де Лилия выехать немедленно в Британию. Он верный друг, который многим нам обязан. Это было моим долгом, верно? Вы нашли слова милосердия, которые меня тронули. Для Гоши я теперь ничтожный трус. Он воображает себе, что я испугался миссии, на которую сам вызвался. Я бы все отдал, лишь бы предотвратить эту бойню. События бывают сильнее людей. Я просто раздавлен. Вы держались достойно. Как бы для вас это не было тяжело. Да. Может, хотя бы этим я заслужу какую-нибудь репутацию. Вы говорите таким мрачным тоном. Я потеряю мою жену. Она никогда не простит мне всех этих роялистов, погибших от моей руки. Возможно, конвент услышит голос милосердия. Ведь близится годовщина смерти Робеспьера. Может быть, устав от всей этой крови, конвент услышит голос прощения. Будем надеяться. Наконец вы. Что с вами? У вас такой возбужденный вид. У тебя проблемы, Тальен. Сиес только что с трибуны обвинил тебя в заговоре с Испанией с целью возвращения бурбонов. У него есть доказательства, которые он готов предъявить. Мы пропали. Я знаю об этом. Нужно, чтобы ты немедленно выступил с ответной обличительной речью, которая заставит замолчать всех клеветников и раздавит врагов. Если ты этого не сделаешь, на тебя начнут охотиться, как на зверя, и в конце концов затравят. Приветствуем тебя, о девятая Термидора, день освобождения. Ты явилась, чтобы очистить окровавленную землю. В первый раз ты освещаешь Францию лучами свободы. Будем же воспевать этот великий момент славы для тиранов, погибших на эшафоте.
tyran mourut sur l'échafaud, où sur les corps souffla une espérance de vivre libre et de crier bien haut. Salut, neuf thermidor, jour de délivrance, tu viens purifier le sol. Première fois, tu fais briller en France les rayons de la liberté, les rayons de la liberté. Представители народа, я прибыл с берега океана, чтобы присоединиться к этому триумфальному пению. Я приветствую великую эпоху, когда народ уничтожает тиранов. Слишком долго французский океан выносил присутствие кораблей коварного Альбиона. Но стоило только гнусным заговорщикам, подкупленным Питом, ступить на французскую землю, как наша доблестная армия сбросила их в океан. Родная земля поглотила предателей, как и было написано в нашем манифесте. Пророчество сбылось. Трус. Он посылает их на смерть. Что такое, Терезия? Оставь меня, прошу тебя. Вот как вы вознаграждаете вашего победителя. Не смей ко мне прикасаться. Ступай к своим сообщникам и оставь меня в покое. Моим сообщникам? Я нахожу, что такие выражения по отношению к вашему мужу очень суровы. Все эти люди будут расстреляны. У тебя нет никакого сострадания. Ты не имеешь права так со мной говорить. То, что я сделал для тебя. Я никогда не просила тебя казнить несчастных. Сама эта мысль вызывает во мне отвращение. Но еще большее отвращение вызываешь во мне ты. Ты слаб, Талия. И жесток, как бывают жестоки все слабые люди. Убирайся, ты мне противен. Я не уйду, пока ты не попросишь у меня прощения. Никогда. Ты просто марионетка. Якобинец сегодня, роялист завтра. Заткнись. Кто виноват, что я стал марионеткой? Кто меня постоянно к этому подталкивал? Та, которой всегда всего мало. Мало денег, мало почестей. Все ты. Да, это правда. Чем бы ты был без меня, если бы я по ошибке в тебя не поверила? Что ты сделал за последний год? Ничего. Одни пустые фразы. Убирайся, ты просто лакей. Здесь находится салон мадам Тальен. Я не думаю, что она сможет вас принять. Месье Барас здесь? Я посмотрю. Скажите, что его желает видеть генерал Буонапарте. Хоть и не в условленный день, но ты здесь. И я представлю тебя прекрасной мадам Тальен. Ну, как твои дела? Настолько плохо, насколько это возможно, спасибо. Я встретился с военным министром Абри, который предложил мне назначение в Британь. Я отказался, взяв отпуск из-за плохого здоровья. А почему ты отказался? Я не гожусь для партизанской войны. Гоша вполне там достаточно. К тому же там не найдешь славы. Если так и дальше пойдет, я отправлюсь служить в турецкую армию.
Друг мой, вы оставили меня одну с этими занудами, которые могут говорить только о политике. Представляю тебе моего товарища по осаде Тулона, генерала Наполеона Бонапарте. Наполеон Бонапарт? Какое странное имя. Шекспиру в этом отношении повезло не больше, чем мне, мадам. Наполеоне Буонапарте. Одни гласные. Ваше удивление вам очень идет. Я собираюсь представить нашего друга, мадам Тальен. Но позвольте, я ее не вижу. Где она? Пойду схожу за ней. Ты невыносимый трус! С меня довольно! Довольно! Терезия, что случилось? Вас заждались ваши гости? Богоматерь Термидора. По правде, печальная святая. Вы поссорились с Тальеном? Все кончено. На руках этого человека слишком много крови. Не говорите о произошедшем никому, особенно Барасу. Вы мне это обещаете? Я вам клянусь, вы одна знаете правду. Для остальных все должно остаться как прежде. Мы с ним спутаны множеством связей, кроме сердечных. Моя Роза, вы счастливее меня. Барас хотя бы настоящий политик. Я не верю, что он любит меня. Он вам этого никогда не говорил? Его любовь похожа на щедрость. Но совсем не на нежность. Они дарят нам ожерелье, чтобы держать на коротком поводке. Ну вот, я готова. Осталось только показать вашу прекрасную улыбку. Да, нужно уметь казаться. Господи, что я несу? Выглядеть. Дорогая Терезия, представляю вам генерала Наполеона Бонапарте. О, да, генерал, я вас помню по осаде Тулона. Вы, кажется, корсиканец? В самом деле, мадам. Теперь двое моих друзей прибыли с островов. Орел и райская птичка. Бонапарте только что приехал в Париж, и ему надо помочь. Я рассчитываю на вас, дорогая Терезия. Сделаю все, что от меня зависит, и начнем с его костюма. Действительно, мадам, армия только что отказала мне в сукне для нового мундира. Завтра же напишу Лефевру, чтобы он все устроил. Где вы отыскали этого дикаря? Видели, он меня даже не поблагодарил? Я вижу, что в этой части салона улыбаются, а стоит мне приблизиться к другой его части, как я вижу одни сварливые физиономии и слышу речи, которые оскорбляют дружбу. Какую дружбу? Надеюсь, не нашу? Мою дружбу к Барасу, которого я всегда любил как брата. И чем же они ее оскорбляют? В свете говорят, что это вас я должен благодарить за мое счастье. Благодарить меня? Шепчутся. Предполагают, а может быть, клевещут. Что это благодаря вашему вмешательству я был послан в это осиное гнездо в Британии. Вы не поверили, надеюсь? Конечно же, нет. Говорят, что вы поставили меня в это досадное положение намеренно, чтобы иметь удовольствие видеть, как я буду падать. Я, естественно, не верю в настолько гнусные предположения. Что еще можно добавить к подобным ужасам? О, вы слишком чисты, чтобы представить. Прошу вас, прекратите эту игру, которая давно перестала быть смешной. Утверждают, что красота моей жены не последняя причина. Довольно, месье. Вы оскорбляете дам. И обижаете меня. Вы забываете, что я ваш гость. Хватит ваших завуалированных намеков. Перейдем к фактам. Вы отправились в Британию. Но это не я вас туда послал, а конвент. Конечно, я был согласен. Но вы же могли вернуться оттуда покрытым славой, героем. Этого не случилось. Герой трагедии. Так тоже бывает. Всех бы устроила моя смерть, кроме меня. Прошу прощения, что я еще жив. Скажем так, вы пока держитесь на ногах.
Я не виноват, что ваш провал вопиющ, а его последствия ужасны. Действительно, вам стоило бы умереть, от этого ваша слава бы выиграла. Легенды скрашивают неудачи. Что касается мадам Тальен, то все единодушно восхищаются ее красотой. Почему я должен оскорблять ее, не замечая этой красоты? Если бы в наших отношениях имела бы место какая-то галантность, назовем это так, то мне достаточно было бы просто взглянуть на розу, которая вынуждена нас слушать, чтобы образумиться. Не правда ли, дорогая? Идите к гостям. Они на нас смотрят. Они удивлены. Кучер. Эта дама одна в экипаже? Ее никто не сопровождает. Подождите, пока ее экипаж скроется из вида, и заезжайте. О, какая досада! Мадам де Багарне только что отправилась в Сен-Жермен повидать своих детей. Да, жаль. Но это не имеет значения, раз я уже здесь. Если у вас что-то срочное, я мог бы передать месье. Он здесь? Он работает. Уже нет. О, моя дорогая, какое счастье видеть вас такой красивой, такой цветущей. Что сказал Тальен после моего ухода? Он молчал. Зато я, наоборот, много говорила. Посметь оскорбить гостя в моем присутствии, какой позор. Мне так стыдно об этом говорить, что у меня сейчас сердце выпрыгнет из груди. Право, не стоит, мадам. А у вас никогда не выскакивало из груди сердце? Злые языки утверждают, что это единственная болезнь, от которой я точно никогда не умру. Это почему же? Потому что у меня нет сердца. Это правда, вы чудовище. Ненасытное. Холодное. Умное. У вас есть самоуверенность, с которой настоящие игроки, разорившись, пойдя ва-банк, идут на самоубийство. Вы правда все это видите? Вы умеете держать себя. А скоро сможете также держать власть. Не надо быть гадалкой, чтобы это увидеть. Кстати, ваша линия удачи очень четкая. Она даже больше похожа на шрам. И идет через всю ладонь до самых пальцев. Господи, как же приятно все это слышать. Вы совсем не щадите мою скромность. Вы от этого страдаете? По правде говоря, нет. Скромность мне не свойственна. Вы же чудовище, я сказала. Я люблю роскошь. Власть, удовольствие, слава. Неужели я из-за этого становлюсь чудовищем? Я обожаю жизнь. Над людьми я смеюсь. Политика развлекает меня. Я считаю удовольствие единственной серьезной вещью в мире. Видите, я действительно чудовище. Я вся уже трясусь от ужаса. Видите, я близка к тому, чтобы потерять сознание. Я знаю только одного человека хуже меня. Всего одного. И кто же это? Это вы, душенька. Тальен как-то сказал мне, во время революции люди не должны оглядываться назад. Он слишком боится призраков. Тальен зря повернулся к королю. Он не понял, что видные герои нашего века, заключая всевозможные союзы, присваивая чужие состояния, не заслужили от короля и знати ничего, кроме презрения. Какой хороший политик после этого взглянет в сторону короля? Во все века предприниматели делали все, чтобы не выполнять приказы короля. Поэтому Тальен — глупец. А я? Вы нет. Если вы поймете мою теорию, то вы умны. Наша задача — сохранить власть собственников, отстранить старый порядок и предотвратить народное возмущение. Вы понимаете ход моих мыслей?
Я их усваиваю. Оставим короля в его ссылке и будем думать только о нас. Подготовим приход нового века. Придумаем сами, каким ему быть. Я вижу теперь всю выгоду следовать за вами. Вот и славно. А, генерал, вы получили ваши штаны? Мадам, я бесконечно вам благодарен за вашу доброту. Друзья, посмотрите на этот свирепый вид. Этот взгляд способен воспламенять. Если вы не научитесь улыбаться, генерал, то скоро станете похожим на месье Фуше. Что мне сделать, чтобы заслужить вашу благосклонность? Рассмешите меня. Мне сейчас это так нужно. О чем вы задумались, генерал? Эта ночь на вас так действует? Я думал, мадам, что я был бы намного счастливее, если был бы любим женщиной, подобной вам. Действительно, вы заслуживаете любящей женщины. Какой пыл, друг мой! Мадам, я люблю вас. Вы сумасшедшие, будьте разумны. Что будет, если вернется мой муж? Что он подумает о нас? Он подумает, что мы любовники. Вот и все. А мой брак? А моя репутация? Вы ошиблись с выбором. Я не та женщина, которая вам нужна. У меня сейчас есть все, что мне нужно, и мне не надо ничего другого. Но, мадам, вы больше не любите Тальена, а вашей ссоре судачит весь Париж. Я прошу вас не повторять сплетни. Простите меня. Я сказала, у меня есть все, и мне не нужно ничего больше. Но если вы будете благоразумны, я могла бы вам помочь. Вам представить кое-кого? Кого? Я хочу знать ее имя. Сразу это я хочу. Какая страсть, вы меня пугаете? Говорите, я прошу вас. И вы еще говорили, что любите меня. Вы еще ее не знаете, а уже пылаете такой страстью. Она красива? Божественно. Она нежна? Голубка. Ее имя? Опять вы просите имя? Но я ведь не знаю еще, полюбит ли она вас. Во всяком случае, если такое случится, ей определенно повезет. Это безумие. Зачем вся эта таинственность? Мы на месте. Сейчас сами увидите. Дорогая, это ваш новый дом. Какое чудо. Но как вы смогли? Как вам удалось сохранить этот секрет? Какое счастье! И все это для меня? Здесь будет столовая с круглым столом из красного дерева и четырьмя стульями. А здесь поставим консоли из мрамора. Мой будуар будет в ротонде. Здесь разместим два дивана и мою старенькую арфу. Сколько я уже не играла. Наконец-то у меня будет свой дом. Идемте смотреть комнаты. Какое чудо! Я наполню этот дом в самом сердце Парижа пением птиц. На кровати будет синее покрывало. Здесь я поставлю маленький секретер для всех безделушек. Какой же этот дом огромный! Мне, конечно же, понадобится прислуга, повар, горничная, конюх. Совсем забыла про садовника. Обожаю цветы. Вы забыли главное. Вы говорите о моих детях? Не беспокойтесь, они постоянно в моих мыслях. Для них будут свои комнаты, когда они вернутся из пансиона. Нет, я говорю вовсе не о ваших детях. А о ком же тогда? Дом очень просторный. Нужно его полностью укомплектовать. Вам понадобится муж. Но я люблю вас, Поль.
Я знаю, что вы меня любите, Роза. Но мне кажется, настало время устроить ваше положение в свете. Вы говорите, как Терезия. Потому что у нас к вам одинаковая дружба и один интерес. Видеть вас устроенной. Вы меня не любите. Но вот доказательства. Любите ли вы любовью? Я люблю вас, как вообще может любить человек, подобный мне. И вы знаете, страсть — это не мой удел. Действительно, это слово давно устарело. Значит, мы с вами договорились? Если я правильно понимаю, этот дом — ваш подарок на прощание. Не драматизируйте так. Только смерть бывает прощанием. Потому что она подводит черту под всем. Скажем лучше, что этот дом — мое вам приданое. Вы жестоки, Поль. Даете столько радости и боли одновременно. Вы хотите, чтобы я умерла? Я люблю вас, Поль. И в глубине души мечтала стать мадам Барас. Честное слово, Роза, если вы не прекратите жаловаться, я на вас рассержусь. Вам дарят дом, вы берете ключ и хотите еще руку. Будьте благоразумны. Я думала, что он все же любит меня, а он меня бросает. Хоть и делает это элегантно, надо признать. Но будьте же довольны тем, что есть. Этот дом — великолепный подарок. Если бы все мужчины вот так бросали. Великолепно, я не скрываю от вас свою радость. В самом деле... Но вы представляете, какие у меня будут траты, чтобы обустроить дом? Где мне взять на это денег? Ваши сделки по военным поставкам вам разве ничего не приносят? А вы все знаете? Но с тратами на прислугу, на пансион моих детей... Выходите замуж? Барас не хочет. Он вам это сказал? Найдите мужа, который не будет вас стеснять, который обеспечит вам положение в свете, не слишком вмешиваясь в вашу частную жизнь. Того, кто часто бывает в отъезде. Не знаю, может быть, военного? Но я люблю Бараса. Никто не мешает вам с ним общаться? Действительно? Ну, раз так, попробуем поискать. Это нас, по крайней мере, развлечет. Роялисты раздавлены. Прекрасно. Все сложилось так, как мы хотели. Ты стал знаменитым человеком. И таким популярным, что это даже раздражает. Я шучу. Ты не думаешь теперь жениться? На ком? Сколько лет мадам Монтансье? 60. Прекрасный возраст. Даже чересчур. 1 миллион ливров ренты. Да, конечно, над этим стоит подумать. Теперь, когда Париж тебя знает, ты можешь смотреть выше. Можешь рассчитывать, если не на состояние, то на знатную фамилию, которая красовалась на каком-нибудь гербе при старом порядке и сильно пострадала из-за революции. Кто знает, возможно, у нас когда-нибудь вновь будет король. В такое время, как наше, нужно предвидеть все и находить баланс. Что скажете, мой друг? Хотите найти баланс? Ну, если она богата, у тебя есть какой-то вариант? Конечно, у меня есть вариант. Ее имя? Ты невероятный человек. На поле боя у тебя орлиный взгляд, а в салоне ты видишь не больше крота. Ты же знаешь, я не создан для света. На тебя смотрят, громко вздыхают, томно обмахиваются веером, а ты ничего этого не замечаешь. Мадам Тальен? Вовсе нет. Мадам Ангерло? Она сейчас спасает своего мужа-банкира, который очень опрометчиво ввязался в одно дельце с военными поставками. Есть еще какие-то мысли? А, мадам де Сталь. Нет ничего хуже, чем слишком умная женщина. Зато это может способствовать карьере.
Мадам де Сталь не любит никого, кроме мадам де Сталь. Кроме того, она мечтает о конституционной монархии. Ты ведь не роялист, Бонапарте? Я военный. Продолжай. Мадам де Багарне. Угадал. Но вы же с ней... Да, мы с ней были, но больше нет. С каких пор? С тех самых пор, как в салон вошел некий Бонапарте. Вот и он. Где она? В атаку. Он весь дрожит. Храбрый он только на улице. Вы его пригласили, и у него хватило наглости принять предложение. Не сегодня, завтра он войдет в директорию. Какое мне дело? Ты правда не понимаешь? Если бы мне нужно было полагаться только на твои успехи, этот дом превратился бы в приют для бедных. Общество всех этих людей мне противно. Общество всегда противно проигравшему. И не смейте устраивать скандалов, а то потеряете меня. Теперь уже окончательно. Я уже представлял вам Бонапарте. Он теперь не нуждается в представлении. Его слава летит впереди него. Говорят, он спас Париж от мятежа роялистов. Здравствуйте, генерал Ландамьер. Ведь так вас все теперь называют. Оставляю вас. Пусть наш герой сам расскажет вам о своих подвигах. Не желаете угостить меня бокалом шампанского, генерал? Ваше здоровье, мадам. Зовите меня Розой. Роза. Меня зовут Роза Жозефина, но все называют просто Розой. Поскольку я это не все, я буду называть вас Жозефиной. Вы разрешите мне? Почему бы и нет? Правда, для меня это непривычно. Жозефина. Так странно. Никто меня никогда так не называл. Но никто и не любил вас никогда так, как я. Нужно все создавать заново. Первое сделано, вы моя Жозефина. И ни о чем не думайте, больше ни о чем не говорите, я беру вас штурмом. Я люблю вас, я вас похищаю. Дайте перевести дух. Вы так выигрываете ваши битвы? Да, всегда. Со скоростью молнии. Вы берете меня штурмом. Но я ведь не объявляла вам войны. Нет, не объявляли, но зато я объявляю вам о том, что люблю вас. И как все прошло? Не успела я допить бокал шампанского, как он мне сделал предложение. Он не дает мне времени подумать. Вы правы, это дикарь. Вы его перевоспитаете. Он же ничего не видел в жизни, кроме пушек и казарм. Но в этих незнавших женщин-мужчинах есть такая трогательность. Вы прекрасно знаете, что я люблю не его. Значит, вы не любите ничего, кроме несчастий. Я думала о вас по-другому. Барас не любит ничего, кроме власти. Если будете за него вот так хвататься, то попросту его рассердите и потеряете его расположение. А с ним и выгоды, которые она дает. Послушайте вашу хорошую подругу, выходите замуж за этого маленького генерала. Вы еще будете благодарить меня за это. Я же вам сказала, что я его не люблю. Вам ведь уже есть 32, верно? Я никому не позволяю на это намекать. С моей стороны, дорогая, нет никакого подвоха. Моя дружба к вам велика.
что я уже доказала. Вам нужно выходить замуж за Бонапарта. Вы хорошо знаете, что такое 30 лет для женщины. Ваши прелести столь восхитительны сегодня, завтра увянут. И вы тогда будете счастливы иметь руку, на которую вы сможете опереться, и глаза, которые будут излучать любовь к вам. Подумайте, в конце концов, о ваших детях, которых придется в скором времени устраивать. Не привередничайте так в вашем положении. Я люблю Бараса, но он вас уже не любит. Вы же не можете его заставить. Да, я это понимаю, он любит вас. Терезия, вы затеяли интригу с этим браком с ловкостью, которой я не перестаю восхищаться. А вы умная женщина, Жозефина. Вы меня не разочаровали. Да, я люблю Бараса, и он меня любит. По крайней мере, мне так кажется. Я люблю мужчин, которые идут наверх. А у этого Бонапарта большое будущее. Опять военные. Эти люди любят только войну. Ну, не преувеличивайте, не все. Дорогая, давайте я вас поцелую. Вы ведь видите, какие мы с вами хорошие подруги. Что вы думаете об этом крошке Бонапарте? Он сумасшедший. Совершенно сумасшедший. Буквально набросился на меня в гостиной. Правда, я не уверена, что он вообще заметил, что находится в гостиной. Ему совершенно все равно, кто перед ним, женщина или крепость. Он все берет штурмом. А что у него за манеры? Они просто ужасны. Признаться, он меня немного пугает. Да, манеры у него действительно немного диковатые. Но это человек с будущим. До свидания, дорогая. Не возражайте, если я с вами немного проеду. А я могу этому помешать? Не выходите замуж за Бонапарта. Он вас не любит. Ему нужна только ваша фамилия. Я не нуждаюсь в ваших советах. Оборванцев, подобных ему, привлекает великолепие старого режима. О, кому лучше это знать, как не вам? У меня хотя бы есть оправдание. Я люблю Терезию. А кто вам сказал, что я безразлична к Бонапарту? Роза, вы слишком чисты. Зло вам неведомо. Неужели вы не догадываетесь, что плетется вокруг вас? Моя жена — любовница Бараса. Нас с вами просто выкинули, как ненужные вещи. Прошу вас, уходите. Боже мой, Роза, умоляю вас. Поймите, наконец, что происходит. Если вы выйдете замуж за этого солдата, то я пропал. Я потеряю все, если вы согласитесь. Я так люблю ее. Я не могу ее потерять. Моя судьба в ваших руках. А если Бонапарт мне нравится? Нет, это не так. Откуда вам это знать? О, Роза, умоляю вас. Когда-то я тоже умоляла вас. Когда? Вы уже забыли? Вы могли спасти моего мужа, я отдалась вам ради этого. И как вы поступили с моей жертвой? Да-да, это была именно жертва. Тогда я была честной женщиной и верной женой. Вы тогда ничего не сделали. Вы оговорили Александра, чтобы спасти себя. А теперь вы меня молите? О жизни, Роза. Вы видите, как я страдаю. Имейте ко мне хоть каплю жалости. Бедный друг. Что с вами стало? Если бы вы знали, как я ее люблю. Мне было его так жалко, что я даже не смогла на него рассердиться. Пуль, научите меня, что делать. Дайте мне совет.
Выходите замуж за Бонапарта и оставайтесь моим другом. Ваша жертва не изменит раздора между Терезией и ее мужем. Пролилось уже слишком много крови. Тальен — конченый человек. А Терезия не любит неудачников. Поэтому ее выбор пал на вас. Мне она нужна, чтобы завоевать позиции во власти. Вы, Роза, созданы только для любви. Вам не понять всех этих политических игр. Выходите за Бонапарта. Поверьте, он того стоит. Я о нем позабочусь. Мы разговаривали с Карно и решили доверить ему итальянскую армию. Вам перепадут все прелести его славы. И кто знает, может быть, однажды вы будете первой среди нас. Поль, вы для меня дороже всего на свете. Когда любишь такого мужчину, как вы, можно ли иметь другие привязанности? Вы меня плохо знаете. Я прекрасно вас знаю. Но вы же забыли Гоша. А ведь вы когда-то любили его. Вы слушаете все, что вам рассказывают. Какая же вы обольстительная. А теперь ступайте к генералу. Он вас, наверное, уже ждет. И подождет. У нас впереди целая жизнь. Мне очень не хочется огорчать вас, генерал. Но мне кажется, что мадам де Багарне ввела вас в заблуждение относительно своего состояния. Она говорила мне об 1 или 2 миллионах на Мартинике и о землях Санто-Доминго. Мне очень жаль, но все это весьма преувеличено. Мне это тоже неприятно, так как я ей судил довольно крупную сумму. Теперь же ее возврат для меня стал еще более гипотетическим, потому что Мартиника оказалась в руках англичан. Забудем об этом разговоре, месье. У мадам де Багарне есть другие сокровища. Я люблю ее и не боюсь взять голую с ложью в придачу. Я жду вас уже 2 часа. Вы плачете? Так вы рады меня видеть? Где вы были? Говорите же! У друзей. Напоминаю вам, генерал, вы пока еще не стали хозяином моей жизни. Готов поклясться, вы были у Бараса. Прекратите этот допрос. Вы говорите со своей невестой тоном, который я нахожу совершенно неуместным. Что вы делали у Бараса? Если вы так это хотите знать, спросите у Терезии. Когда мы будем женаты, я не позволю вам не бывать у этой женщины, не принимать ее. Вы меня слышали? Почему же, позвольте узнать? Потому что она оказывает на вас отвратительное влияние. И все в ней отвратительно. Что ж, я вижу, такая черта, как признательность, вам не свойственна. Что вам сказал Барас? Я его ненавижу. От одной мысли о моем браке с вами, он сходит с ума от ревности. Он даже пытался овладеть мной. Негодяй! Я потребую у него объяснений. Нет, только не это. Сейчас не время. У него немного резкие манеры, но он не так уж плох. Он мне друг и не больше. Во мне все кипит, когда я думаю, что вы принадлежали ему. Мне приходится сдерживаться. Вы, значит, меня ревнуете? А это заметно? Вы меня, значит, немного любите? А вы в этом сомневаетесь? Когда вы вот так теряете над собой контроль, вашей любви очень не хватает нежности. Может быть, я немного груб, но знайте, я вас люблю и не хочу никого, кроме вас. Даже если вы узнаете обо мне плохое? Я слушаю только свое сердце. А вы умеете красиво говорить, когда хотите. Вы говорите, что любите меня, а сами, наверное, были у какой-то красавицы. Человек, с которым я встречался, не обладал особой грацией. Это был ваш банкир. А? Это все, что вы можете мне сказать? А? А что мне сказать, кроме «а»? Хотите, чтобы я вам аплодировала? Так-то вы меня любите. Шпионите за мной.
В то время как я отбиваюсь от домогательств, месье наносит визит банкиру, чтобы узнать размер моего состояния. Я-то поверила, что вы меня любите ради меня самой. Признаю, что был неправ. Этого достаточно, по-моему, чтобы вы меня простили. Вы выбрали странный способ. Я люблю вас, Жозефина. Я докажу вам это. Вы выбрали странный способ. Просто Жозефина для вас недостаточный подарок. Это как раз то, что я сказал вашему банкиру. Дайте мне вашу руку. Теперь простите меня. Я этого хочу. Опять я этого хочу. Это ваше любимое выражение. Никогда об этом не задумывался. Слова приходят сами. Вы меня оскорбляете и хотите, чтобы я вас простила. Я очень этого хочу. И довольно ссор. Прошу вас. Вы видели, чтобы жених забыл о своей свадьбе? Месье, прошу вас еще немного подождать. Он придет, я уверена. Он уже на час опаздывает. Из-за предстоящего отъезда в армию у него очень много дел. Это его извиняет. Месье, скорее пожените нас, я очень спешу. Наполеон Бонапарт, сын Карла Бонапарта и Летиция Ромалино. Согласны ли вы взять в жены Мари-Жозе Розу Таше де ля Пожери, рожденную на Мартинике в Труа-и-Лет? Да. Мари-Жозе Роза Таше де ля Пожери, согласны ли вы выйти замуж за Наполеона Бонапарта? Я не слышу ответа. Она сказала «да». Генерал, вы можете поцеловать свою жену. Ну что, моя красавица, пора расставаться. Две ночи любви — это так мало. Еще немного, и я все брошу, чтобы остаться в ваших теплых объятиях. Но вы ведь скоро вернетесь. Сомневаюсь в этом. Но если победа не будет быстрой, я надеюсь, вы приедете ко мне. Не сомневайтесь. Ты мне в этом клянешься? Я вам это обещаю. Не забывайте, что я люблю вас. Прошу вас, возьмите этот медальон. Пусть он всегда будет при вас. Так мы будем находиться рядом. Возвращайтесь поскорее. Луиза? Да, мадам. Портной уже доставил платье для сегодняшнего бала. Я просила его подождать, он ждет вашего распоряжения. Хорошо, можешь его пускать.